16 лет назад Кира Гончарь причесала свою первую невесту. Именно тогда она поняла, что это ее призвание. Она начала пробовать свои силы в российских и международных конкурсах. Сейчас мастера знают во многих странах. Ее талантом восхищаются, на нее хотят быть похожими. Вот что говорят о Кире ее близкие друзья, коллеги и партнеры. Она просто вдохновляет, она всю энергетику в тебя вселяет. Это такой человек, после которого ты уходишь с улыбкой на лице. Это сотрудничество с Кирой, она всегда приносит какой-то всплеск эмоций, потому что ее проекты, они достаточно грандиозные, они отличаются от других проектов своей масштабностью, пышностью, красотой проведения. Кира вообще очень позитивный, прям обожаю ее человек, мы с ней очень подружились. Хочу пожелать всего самого наилучшего, процветания, творческих успехов, вдохновения. Она большая умница, она большая молодец. Ей очень даются тяжело все вершины, но она каждую вершину добивает до конца. За время своей многолетней деятельности Кира стала не только топовым мастером, но и отличным организатором. Все ее праздники, по мнению гостей, проходят на высоком уровне. В этот день ведущие специалисты школы создавали фантастические свадебные и вечерние образы. Они представляли трендовые макияжи и звездные техники окрашивания. Создавали модные салонные стрижки и коктейльные прически. Проводили мастер-класс по созданию имиджа, демонстрировали укладки в коммерческом стиле. Но и это далеко не все сюрпризы, которые подготовила Кира со своей дружной командой. Под конец вечера гости смогли принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков. Сегодня такой очень важный день, очень ответственный, потому что мы подготовили очень много сюрпризов, мастер-классов и подарков для наших друзей, для наших коллег. И сегодня так необычно немножко, потому что обычно подарки дарят нам, а сегодня дарим мы. Мы решили сделать в таком формате. Конечно, мы еще совсем маленькие, нам всего годик, но мы же такие сильные и очень твердо стоим на ногах. Ну а кульминацией вечера стало изысканное шоу World of Art, с которым Кира победила на европейском чемпионате в Париже. Теперь и российский зритель увидел результат той большой работы. Работы, ради победы в которой не спишь сутками. Продумываешь образ до мелочей, от макияжа до обуви, от цвета волос до конкурсного костюма. Пожеланий в этот день было особенно много. Все гости сошлись на том, что школу парикмахерского искусства ждет большое будущее. Самое главное, это чтобы всегда было такое же неисчерпаемое вдохновение, чтобы она на все находила силы, возможности. Ну и, конечно же, чтобы всегда были рядом люди, которые будут ее поддерживать во всех ее начинаниях. Мои пожелания только расти и расти больше, чтобы ее школа процветала на высшем уровне, потому что в нашем городе Одинцово это единственная школа, которую можно рекомендовать. И вот он, грандиозный финал. В исполнении участников вечера звучит известная композиция, которая зажгла сердца всех пришедших на этот теплый и красивый праздник. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».